Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Такие люди всегда имеют свое мнение и имеют его отстаивать. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Это настоящие первопроходцы, смелые, неординарно мыслящие, понятливые, собранные, честные и целеустремленные. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Носителю этого имени нужно постоянно работать над собой для устранения негативных проявлений. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Они могут занимать руководящие должности. Этому имени присущ дар красноречия, раскованность и отсутствие комплекса. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Буква «Э» в этом имени наделяет умением видеть подоплеку событий, изнанку людей. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Владельцам этого имени характерно любопытство, а иногда излишняя пронырливость. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.